продукты Фейбл. Ведь даже у самых нетерпеливых покупателей появилась возможность не стоять в очереди около магазина вместе с поклонниками, а заранее заказать часы в интернете. В Петербурге в субботу 8 градусов тепла, будет ясно, в Москве сейчас плюс 10, завтра в столице 14 градусов, выше 0, солнечно. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут, держитесь курса. С 5 до 7 лет и фактически уравнивает ее с обычным мошенничеством.